Дорогие друзья, не экономьте на своей безопасности и безопасности своих близких. Хороший продукт не может стоить ниже рыночной цены. Если вам предлагают дешевый товар, внимательно изучите его характеристики и состав, а также репутацию проектировщиков, производителя и строительной бригады. Позаботьтесь о своей безопасности заранее. Компания «Полиметалл М» — это ведущий производитель металлоконструкций из оцинкованных профилей ЛСТК и ЛМК. Мы занимаемся металлопрокатом уже более 15 лет. В штате нашего предприятия есть собственное конструкторское бюро, выполняющее проектные работы исключительно по европейским нормам. А наши инженеры регулярно тестируют металлоконструкции на прочность, тем самым подтверждая качество и надежность спроектированных зданий. Преимуществ металлического каркаса в сравнении с любой другой технологией очень много. При возведении зданий можно использовать практически любой фундамент мелкого заложения – свайный, ленточный или плавающий. Легкость строения сокращает необходимый объем расходных материалов на фундамент, что значительно экономит ваши денежные средства. Наша технология позволяет выбрать практически любой вид отделки, учитывая самые разные вкусовые предпочтения и финансовые возможности. Отсутствие усадки в несколько раз ускоряет процесс строительства, сокращая сроки сдачи объекта и снижая расходы на его дальнейшую эксплуатацию. Каркас ЛСТК можно возводить в любое время года. Промаркированные и нарезанные точно в размер профили полностью исключают грязь на строительной площадке. А отверточный способ сборки дает значительную экономию на электроэнергии, сокращает время выполнения строительных работ и исключает необходимость привлекать на строительную площадку высокооплачиваемых специалистов. Для уменьшения теплопроводности стали и устранения мостиков холода мы производим специальный термопрофиль. На нем в шахматном порядке прорезаны сквозные продольные канавки, удлиняющие путь теплового потока, что повышает энергоэффективность зданий на 90%. Здания, построенные на основе каркаса из термопрофиля с толщиной стены в 200 мм, полностью отвечают требованиям СНИП и СП, а также обладают отличными показателями по звукоизоляции. В отличие от деревянного каркаса, ЛСТК имеет более высокую прочность и долговечность, а также не подвержен влиянию неблагоприятных погодных условий и вредоносных насекомых. Он не деформируется, создавая скрипы через несколько лет, и не рассыхается, образовывая огромные щели, через которые будут проходить сквозняки. Но главное преимущество нашего каркаса – это высокие показатели по пожаростойкости. Для того, чтобы это доказать, мы решили провести эксперимент. В качестве образцов мы взяли дом из металлокаркаса «Полиметалл М» и дом из СИП-панелей. Облив образцы смесью масла и бензина, положив внутрь резиновые покрышки, мы намеренно увеличиваем скорость и силу горения. А теперь поджигаем. Через 15 минут после начала нашего эксперимента стало совершенно очевидно, что огнестойкость конструкций, выполненных на основе термопрофиля «Полиметалл М», в несколько раз выше, чем показатели у конструкций из дерева и уж тем более из СИП-панелей. Мы несем ответственность за свой продукт и готовы сопровождать, консультировать и оказывать любую поддержку наших заказчиков на протяжении всего процесса строительства и даже после введения здания в эксплуатацию.